Дорогие друзья, любимые зрители, в эти уже прохладные осенние дни мы хотим пригласить вас погреться. Да-да, погреться. Погреться у костра. Костра непростого. Костра творческого. Мы хотим сыграть вместе с вами наш спектакль. Концерт для счастья с оркестром. А что такое оркестр? Это буквы и слова, ритмы и рифмы. Звуки и молчание. Это небо над головой, камешки под ногой, тепло родной руки, детский лепет, я, ты. А что такое счастье? А может быть, то же самое? Мы сыграем наш спектакль в уникальном творческом пространстве. В театре Велесо. Это единственный в России конно-драматический театр под руководством актера и режиссера Евгения Ткачука и Марты Ткачук. Основа этого театра – содружество природы, человека и творчества. И мы очень рады сыграть наш спектакль именно там. Друзья, 15 ноября в театре Велесо концерт для счастья с оркестром. Театр «Другая комната».